Девочки, всем привет! В последнее время мне в личные сообщения как-то стали поступать вопросы из серии «Сама-то ты чем пользуешься?», «Есть ли у тебя какие-то результаты?» или «Ты вот только просто нам все рассказываешь, а сама ничем не пользуешься?». И тут меня посетила такая мысль, а почему бы не рассказать вам мою историю, как я пришла в сибирское здоровье, как я решила свою проблему по здоровью, которая у меня была на протяжении 10 лет, и ничего мне не помогало, и только здесь, Siberian Wellness, сибирское здоровье, я от этой проблемы избавилась. Итак, смотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие же мои самые любимые продукты в сибирском здоровье, что же это была за проблема, которая 10 лет меня мучила и которая отступила именно благодаря сибирскому здоровью. Ну что, начнем с того, что где-то, наверное, года два назад у меня была очень сильная такая эмоциональная, скажем так, нагрузка, и нервы мои сдавали. Я не буду вдаваться в подробности, что же такого происходило, но могу сказать то, что я периодически покупала магний в аптеках, да, пила его, но не видела результата. И, естественно, считала, что, наверное, если бы не этот магний из аптеки, то, соответственно, наверное, было бы еще хуже. И тут мне моя подруга посоветовала органический магний от сибирского здоровья, который я так скептически решила пропить, но все равно магний пью. Почему бы у подруги не взять, тем более такой замечательный. Каково же было мое удивление, что этот магний мне действительно помог. И уже буквально недели за две я почувствовала, что я становлюсь нормальным человеком. Я стала меньше орать, переживать, я стала улыбаться. И этот магний действительно очень эффективный, вот, и он мне действительно помог. После этого я решила, что ж, ну если магний такой отличный, почему бы не попробовать остальную продукцию сибирского здоровья. Но, честно говоря, не знала, с чего начать, ни к кому не обращалась, ни у кого не спрашивала, сидела вот так вот и думала, что бы такого мне выпить. В один прекрасный момент, как-то умываясь утром перед зеркалом в ванной комнате, я обратила внимание, что у меня вот здесь вот на лице, на веке верхнем, такое шершовое пятно получается. Знаете, как будто вот шелушение какое-то, как корочка на веке. Я очень сильно напряглась, потому что подобные пятна на протяжении где-то 10 лет были у меня на ногах. Их было не очень много, но они были, и они доставляли мне очень большое, скажем так, дискомфорт. Ну, во-первых, это не эстетично, да, когда у тебя ноги шелушатся и какие-то чешуйки отваливаются. Во-вторых, когда было обострение, все это дело краснело, зудело, болело, и было очень неприятно. На протяжении лет 10 я ходила по врачам, по разным. Кто-то назначал мне анализы на безумные суммы денег, кто-то говорил, что вам нужна только диета, кто-то говорил, что это атопический дерматит, кто-то говорил, что это начало псориаза. Тут я вообще была в шоке и в ужасе. Кто-то прописывал просто гормональные мази наносить сверху, и будет вам результат, девушка, мажьте. Девушка покупала гормональные мази в аптеке, ну, то есть я мазала все это дело на свои ножки. Результат был, но он был недолгим, и после отмены гормональных мазей эта проблема возвращалась обратно. То есть пятно становилось еще больше, оно еще больше воспалялось, и проблема была как замкнутый круг. То есть были моменты, когда эта проблема была не очень очевидна, да, но вот весна-осень это стандартно, это обострение, покраснение еще больше, еще страшнее, чешется, зудит и вот выглядит очень страшно. Поэтому приходилось на протяжении всего этого времени практически ходить только в брюках, в джинсах, платье, юбке, это вот было очень редко. Вот, поэтому, ну вот я к этому уже привыкла. Ну так вернемся к тому, что я подошла к зеркалу, увидела пятно у себя вот здесь на веке. Я стала просто вот в ужасе, потому что, ну я понимала, что голова не ноги, брюки на голову не оденешь, а ходить с подобным пятном, как у меня на ногах в течение 10 лет на лице, это ужасно. Его же ничем не замажешь, оно будет все равно видно. И тут я решила, что, ну, а почему бы не провести чистку в организме? Но говорят же, что первым делом нужно навести порядок в доме, а потом приглашать гостей, да? И тут я углубилась в варианты продукции сибирского здоровья и стала искать для себя варианты. Я не обращалась ни к каким медикам, врачам. Я решила, что, ну вот, есть же программы готовые, люди же что-то покупают, пользуются. Вот. Была моя проблема в том, что я не подобрала себе индивидуальную программу по очищению организма, но и даже индивидуально те продукты, которые я принимала, дали мне колоссальный результат. Начала я с синхровитала 4-го, прям вот в такой вот баночке, сейчас он в других баночках, это тогда еще с тех запасов, срок годности у него не закончился, я его обязательно допью, я тогда по акции набрала себе вот с мамой целую кучу. Синхровитал 4-й – это комплексный продукт, который
который налаживает работу печени. Ну, я своей головой понимала, что если на коже какая-то беда, ну, скорее всего, проблема изнутри. А что самое такое проблематичное внутри, что может давать наружу всякие проблемы? Печень. Поэтому начала с нее. В течение месяца я пила этот продукт. Не могу сказать, что я увидела какие-то колоссальные результаты. Да, пятно как и было, так и осталось. Вот, но чувствуя какое-то вот внутри, да, вот по желудочно-кишечному тракту, оно наладилось. То есть у меня периодически бывала тяжесть в желудке, какой-то горечь какая-то во рту, этого не стало. Я не сравнивала, не пыталась понять, да, из-за синхровитала это или по какой-то другой причине. Я настырно шла по пути того, что мне надо почистить организм. И я решила, что первое, с чего я начну, самое мягкое, это синхровитала 4. Пропила месяц, результата особо не получила. Затем я взяла тригель. Тригель – это антипаразитарная программа. Ну, я очень скептически относилась к тому, что я, да, паразиты, да не может быть, руки мою. Вот, ну, надо так надо, да, люди пьют, говорят, помогает, будем пить. Я стала пить. Кстати, видите, тут написано «Саша», это мой брат. Это я купила несколько коробочек всей семье. Ну, говорят же, что от паразитов надо избавляться всем семейством, а то у кого-то одного останется, ко всем остальным переползет. Поэтому, друзья мои, если берете антипаразитарную программу, берите для всех членов семьи. Так вот, я взяла вот эту программу. Вот видите, здесь у нас вот такие капсулки, и здесь баночка с вот такой вот пастой, но сейчас не о составе. Так вот, я пропила эту программу в течение 16 дней, честно скажу, чистила меня конкретно, но никаких посторонних жителей в себе я не обнаружила. А после этого я стала пить «Истоки чистоты», и вот здесь я поняла, что вот это моя любовь навеки, это тот продукт, от которого я не откажусь никогда, и буду пить, ну, курсами, наверное, ну, всю оставшуюся жизнь, потому что тот результат, который я получила, он просто колоссальный. Буквально, наверное, за месяц, пропив вот этот продукт, я поняла, что мои пятна, они стали менее заметными. То есть, если до этого они были ярко-алого цвета, как правило, с такими выраженными чешуйками, и это периодически все чесалось и зудело, после месяца приема этого продукта эти пятна побледнели, они стали менее выраженными, и они перестали чесаться. Я думаю, боже мой, месяц пропила, помогает. Я решила допить до конца этот месяц. Месяц прошел, практически ничего не осталось, и я начала пить вторую коробочку. И буквально через несколько дней, однажды, умываясь опять же у себя в ванне по утрам, я наносила очищающее средство на лицо, и я поняла, что я под пальцами не ощущаю пятно. То есть вот здесь это пятнышко, которое мне, из-за которого я и стала, ну вот, вот этим всем заниматься, оно исчезло. Я была просто в шоке, да, я думаю, боже мой, я 10 лет мучилась с этой проблемой, с этими пятнами, я тут же стала смотреть на свои ноги, и я поняла, что ноги-то мои тоже чистые, там чуть-чуть по цвету кожи немножечко было отличие, вот там, где было пятно, и сейчас вот рядом с окружающей кожей, но практически незаметно, то есть если бы я не знала, что там было это пятно, я, наверное, бы просто это пропустила. И это шикарно, друзья мои, 10 лет я ходила по врачам, я мучилась, я уже привыкла к этим пятнам, я уже считала, что это часть меня, от этого никуда не денешься, но благодаря продукции «Сибирского здоровья», ну, получается, за 2 месяца приема «Истоков чистоты», 16 дней тригельма и 1 месяц синхровитала, 4-го, дали мне тот результат, которого я не смогла добиться за 10 лет. Чтобы вы понимали, ну, почти 3 месяца и 10 лет. Поэтому, друзья мои, если у вас есть какая-то проблема, ею обязательно нужно заниматься. А натуральные продукты «Сибирского здоровья» нам в этом помогают. Я могу вам сказать точно, они работают. Я проверила на себе. Вот этот комплекс стал одним из моих любимых. Теперь на протяжении уже 2 лет практически я принимаю его где-то каждые 4 месяца примерно, ну вот где-то в районе 3, может быть 4 раз в год. Просто для профилактики пропиваю одну упаковку, и эта проблема, да, вот эти пятна, которые были со мной 10 лет, они не вернулись ко мне. У меня кожа продолжает оставаться чистой, красивой, и надо сказать, что сейчас я выгляжу гораздо лучше, чем это было 2 года назад. Ну и спокойнее, потому что магний тоже постоянно присутствует в моем рационе. Поэтому, друзья мои, если у вас есть какая-то проблема, обращайтесь, поможем найти вам решение, и я уверена, мы совсем можем справиться. Главное, чтобы было желание и правильный подход. Ну а я хочу сказать, что «Истоки чистоты» — это вот один из самых лучших продуктов, и я всем вам его советую.